Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Насыщение 5000. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая Его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали. И наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.